Прием, абитуриент! На связи Уральский федеральный, и сейчас ты узнаешь, как подать документы в университет, практически не вставая с дивана. Итак, скорее переходи по адресу прием.урфу.ру и регистрируйся. Для этого тебе нужно ввести свой имейл или телефон, а также придумать пароль. Получилось? Введи код активации и заходи в личный кабинет. Пора начинать! Давай разберем все этапы подачи документов по шагам. Нажимай на кнопку «Контактная информация» в столбике слева. Здесь необходимо указать фамилию, имя, отчество, все контакты и год окончания учебного заведения. Теперь жми «Сохранить» и так на каждой странице. Переходи в паспортные данные. Конечно, все строго конфиденциально, и твои данные никуда не уйдут. Поэтому заполняй во вкладке «Все» соответственно своему документу. Тип, серию, номер, код подразделения пиши без дефиса. Не пропускай цифры, особенно в поле СНИЛС. Здесь сразу идет проверка номера, поэтому важно, чтобы все было правильно. Отметим, что в поле СНИЛС все цифры пишутся без дефисов и пробелов. Если тебе нет еще 18 лет, то система попросит тебя указать данные одного из родителей или законных представителей. Будь внимателен при заполнении. Обрати внимание, если ты сдавал ЕГЭ по другому документу, важно заполнить и его данные. Если документа нет под рукой, то можно ввести эти данные позже. Если все совпадает, щелкай галочку, подтверждающую совпадение. Заполни адрес регистрации, если он также совпадает с твоим местом жительства, ставь галочку в этом пункте. Да, и вот еще что, в конце каждого раздела ты можешь прочитать, в каком случае документы считаются поданными. Надеемся, это избавит тебя от беспокойств. Нажимай «Сохранить», если все верно, далее. Перейдем к разделу, который у тебя наверняка вызывает особые чувства – сведения об образовании. Внимательно укажи сведения из заветного аттестата и о той школе, гимназии, колледже или университете, где ты учился. Система поможет, подсветит неверно заполненные места. Все получилось? Классно! Жми «Сохранить» и переходим в следующий раздел. Во вкладке «Льготы и достижения» ты можешь подгрузить все документы об участии в олимпиадах, конкурсах, заявить об особых правах, целевой квоте, индивидуальных достижениях. Все, что может принести дополнительные баллы, указано в этом разделе. Все учел. Сохраняй и заполняй дополнительную информацию. В этой вкладке тебе нужно указать уровень владения иностранным языком, а также сведения о воинской обязанности. Это, конечно, относится к молодым людям. Подгрузил? Сохраняй. Следующая вкладка важна для тех, кто планирует приехать к нам из других городов и стран. Обязательно укажи, если тебе нужно общежитие. Но не переживай, если что, ты можешь поставить нужную галочку и после того, как документы будут приняты. Информация будет сразу принята к сведению. А теперь внимательно переходим во вкладку «Печать документов». Здесь тебе нужно выгрузить необходимые бланки, они скрываются под словами, подсвеченным синим, заполнить их, образцы есть ниже, ориентируйся на них, подписать и отсканировать. Университету нужно от тебя сразу два согласия на обработку персональных данных – согласие абитуриента и согласие студента. Почему нужно соглашаться на второе? Когда ты к нам поступишь, нам нужно будет загрузить твои данные в базу студентов для получения студенческого билета. Но без твоего разрешения сделать это мы не сможем, поэтому просим заранее. Если ты иностранный гражданин, за исключением Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии, и претендуешь на бюджетные места, то нужно заявление и документы, подтверждающие статус соотечественника. Все получилось? Жми «Сохранить» и переходи во вкладку «Копии документов». Сюда нужно загрузить то, что ты только что заполнял и подписывал. Заявление на участие в конкурсе, два согласия на обработку персональных данных, паспорт, документ об образовании и фото в формате 3x4. Не пугайся, если фото долго подгружается. Это мы проверим, не подгрузил ли ты вместо себя цветок или котика. Если у тебя есть приписное свидетельство или статус соотечественника, тоже ждем сканы документов. Готово? Отлично, сохраняй и переходим к выбору образовательных программ.
В этой вкладке можно выбрать до 5 направлений, а также нужно проставить приоритеты цифрами для каждой образовательной программы. Наивысший приоритет обозначь цифрой 1. Обрати внимание, количество приоритетов не ограничено, внутри одного направления их может быть больше одного. Если сомневаешься, получится ли пройти на бюджет, сразу ставь приоритеты и на контракт. Обрати внимание, что на контракт отдельный конкурс. Если решил сменить направление, лист участника конкурса легко можно удалить или добавить новый, пока идет прием документов. Если направление предполагает сдачу дополнительных творческих испытаний, то сразу выбери и форму сдачи – очно или дистанционно. Вот мы и на финише. Пора отправить заявку на поступление. Во вкладке «Подать документы» проверь статус заполнения обязательных страниц и документов. Если где-то стоит «Нет», вернись и дополни. Если все в порядке, то жми на кнопку «Отправить на проверку». Ура! Вот ты и подал документы. Поздравляем! За статусом обработки заявления можно наблюдать во вкладке «Сообщение приемной комиссии». Там появится или статус «Принято», регистрационный номер и расписка о приеме документов, или сообщение о том, что нужно исправить. После исправления не забудь повторно нажать на кнопку «Отправить на проверку». Ждем тебя в рядах Уральского федерального!